Расскажите про конкурс. Как он прошел для вас? Что дало победу в Пичпиринке? Конкурс поначалу шел вполне спокойно. Мы выступили в Самаре, выиграли вечеринку. Вот. Не шумите, блин. Конечно, в конце планировали и, безусловно, были очень рады нашей победе. Победа дала нам замечательную возможность отыграть замечательной площадке с замечательной группой перед большой... Замечательной аудиторией, перед замечательными людьми в этом замечательном мире. Вы слушали других музыкантов, участвующих в конкурсе? Кто понравился? Все очень замечательно. Все понравились. Особенно. Все понравились. Все 40. Тейбл 36. Вот. Вы будете выступать вместе с группой Кин. Как вы относитесь к этой команде? Замечательно. Отличная группа. Кин в свое время наделали шуму и хитов. Как бы вы сами назвали стиль вашей музыки. Инди-поп хард метал. Плохой ответ. Давай дальше. Вы исполняете треки на английском языке. По какой причине хотите сделать карьеру на Западе засранцы? Мы не умеем говорить больше на других языках. То, что сейчас происходит, это обман слуха. Шельбе-кельбе. Вы из Тольятти. Как там с независимой музыкой? Тесно ли вам там в культурно-музыкальном плане? Очень тесно у меня сейчас в штанах. А с музыкой нет. И вообще с чем связан? Блять, ты чё хуйрукаешь? Я дорожу. Серёжа, плакать начинаю, давай дальше. Очень редко. Инди-группа из Самарской области. Нашествие. То есть нашествие сарачи или нашествие самарских групп, играющих инди, это примерно одно и то же. Это кара божья, я вам что хочу сказать. Мы всех съедим. Мы все ваши посевы урожаи съедим. Отлично, давай. У вас очень красивый визуальный брендинг группы. Кто все это делает? Сами? Демкин. Ну, это делает Максим Демкин. Наш друг. Соратник. Товарищ. Комрад. Брат. Барат. Барат. Сагдиев. Вот. Демкин вообще очень крутой чувак. Рисует все, что хочешь. Заебись, я сказал. И еще. Все. И еще. Все.